Доброе утро. Спасибо, что пришли. Я удивлена такому большому количеству участников, потому что для меня очень сложно встать с утра, проснуться и тем более прийти на лекцию. И ваш сегодня больше, чем у меня обычно студентов. Тема климата вообще для меня очень близка. И когда мне вчера, в общем-то, где-то в 1:30 позвонили и предложили вам сегодня рассказать в срочном порядке что-нибудь о климате, я не смогла отказаться, во-первых, потому что это очень интересная тема, и часто получается, что я ее затрагиваю в общении со своими друзьями и со своими студентами, и, во-вторых, потому что я вообще люблю говорить на интересные темы, рассказывать. Так вот, климат. Я думаю, что все слышали вообще такую фразу, как «хороший и плохой климат». На этой фотографии сегодняшним пасмурным утром вы все можете насладиться прекрасным климатом, потому что за окном у нас климат не очень. Ну, конечно, это говорить неправильно, потому что «хороший и плохой» — это очень относительно субъективное мнение. Вообще климат — это многолетний режим погоды на определенной территории. То есть ключевое для нас здесь слово — то, что он многолетний. И если кто-то из вас недавно переехал в Петербург, вы еще климатом в полной мере не успели насладиться. Для этого нужно как минимум несколько лет, чтобы прочувствовать его на себе. Я думаю, что каждый из вас вообще слышал когда-либо что-нибудь об изменении климата и о влиянии человека на изменение климата, поэтому я бы хотела вас спросить, кто считает, что изменение климата происходит? Ага, и кто... считаю, что человек причастен к изменению климата. И сегодня мы попробуем с вами разобраться в этих вопросах. Спешу разочаровать тех, кто считает, что климат не изменяется. Это не так, климат изменяется. И все из вас слышали про ледниковый период, не про этот, к сожалению. Ледниковые периоды в истории Земли за 4,5 миллиарда лет происходили много раз. Существовало 4 ледниковые эпохи, и ледниковая эпоха — это очень большой промежуток времени, это сотни миллионов лет, на протяжении которых ледниковые периоды могли происходить несколько раз. Да? А вот последний ледниковый период человечество уже застало, именно человек как вид. И логичный вопрос — должен возникнуть, мне кажется, у любого человека о том, откуда мы вообще знаем, что происходило 4,5 миллиарда лет на нашей Земле, если мы, собственно говоря, вообще недавно появились, и осознавать то, что происходило вообще с человечеством и предыдущую историю мы начали последние там, 400, 300, 200, а то и 100 лет. И тут на помощь ученым, палеоклиматологам приходят такие штуки, которые называются керны. Вот мы их тут видим. Керн — это такая колонка, которая специальным буром выбуривается либо изо льда, либо из донных отложений. Вы можете вот это донные отложения, даже на картинке видно, что они, скажем так, имеют полоски, соответственно, во-первых, и лед, и эти, в ледниках, и эти донные отложения, они накладываются один слой на другой. Соответственно, мы знаем, что тот слой, который глубже, он старше. Тот слой, который наверху, он моложе. И ученые с помощью различных индикаторов, изотопов кислорода, изотопов углерода, могут их, во-первых, датировать достаточно точно, во-вторых, определить, какая в этот момент в океане и в воздухе была температура. Это достаточно сложные модели. Я, естественно, не буду вдаваться в них подробно. Это не одна модель. Этим занимаются ученые очень активно на протяжении последних 30 лет. Это не один человек, это множество исследовательских институтов по всему миру. И, соответственно, существуют разные модели, и они между собой сравниваются. И буквально каждый год появляются новые данные, это все обновляется, пересчитывается. Данные, которые мы имеем о климате, тоже обновляются. Соответственно, с помощью таких кернов и палеоклиматологов, которые их исследуют, мы и узнаем о том, какая была погода на планете Земля сотни миллионов лет назад. При этом
инструментальные изменения, да, с помощью термометров, и регулярные инструментальные изменения, они начали производиться в лучшем случае 300 лет назад, там, в таких точках, например, Санкт-Петербург. А по всей планете это примерно 100 лет назад создание геометеорологической сети. И тут нам на помощь приходят живые организмы, такие как глубоководные кораллы и моллюски. Эти моллюски называются Арктика и Исландика. И те, и другие очень классные, потому что у них, как у деревьев, есть в некотором роде годовые кольца. То есть они каждый год прирастают на определенную величину, и, собственно, размер этого ежегодного прироста зависит от того, какая была температура в воде. Зная температуру воды, мы можем вычислить температуру воздуха. И ученые, они все это собирают, распиливают, вычисляют, какая была температура воды. Плюс этих организмов, то, что, например, этот моллюск Арктика исландика очень долго живет. Одна из самых старых особей, найденных в настоящий момент, имеет возраст примерно 400 лет. Это, конечно, очень грустно, потому что это значит, что ее выловили, и дальше она вырасти не смогла. И не исключено, что где-то на океанских глубинах есть особи гораздо старше. Но 200-300 лет — это примерно такой возраст, который используется для определения температуры, например, вот в наших широтах, поскольку этот моллюск живет и в Балтийском море, и в Северной Атлантике, и в Баренцевом, и в Белом. Соответственно, мы знаем, скажем так, климат, который был в прошлом, и за последние 20-30 лет у нас есть и инструментальные показания, и плюс еще показания со спутников. Да? Мы используем спутниковые данные для определения изменения климата. Например, вот на этом графике мы видим температурную аномалию, то есть это отклонение в плюс или минус среднего за 2000-2009 год к среднему за 51 и 80. Соответственно, там, где более красненькое, да, за 2000, среднее за 2000-2009 стало больше, чем было среднее за 51 и 80 год. А там, где синенькое, вот у нас есть здесь немножко синенького, стало холоднее. Это очень интересный, на самом деле, момент, потому что мы очень много слышим о глобальном потеплении. И, в принципе, большая часть земного шара, мы видим, что да, потеплело. Но есть регионы, где похолодало. И похолодало там, потому что в остальных регионах потеплело. Потому что это Антарктида. И вот эти регионы — это регионы активного айсбергообразования. Соответственно, там откалываются айсберги. И именно в том месте, где становится много айсбергов, именно из-за айсбергов становится холоднее. Я думаю, вам понятно, да? То есть там стало много льда, и именно в том месте стало прохладнее. Сейчас я вам покажу небольшое видео примерно о том, как изменялась температура за 20 век. И там видно, что в среднем температура в первой половине 20 века была холоднее, чем во второй половине 20 века. Вот внизу то, что идет. И вот это отклонение от среднего показателя за весь этот период. Отлично. Итак, мы убедились в том, что да, климат изменяется, но, как я уже сама говорила, этот процесс шел и до того, как вообще появилось человечество, и до того, как мы начали что-то делать с этой планетой. Так что вопрос остается открытым, влияем ли мы на это. И в этом нам поможет CO2, то есть углекислый газ. Что такое углекислый газ? Я надеюсь, многие из вас знают, помнят что-то из школы. Но в атмосферу углекислый газ поступает как из природных источников, так и из антропогенных, то есть созданных человеком. Природные источники поступления углекислого газа — это извержение вулканов, лесные пожары, и такой большой источник — это дыхание живых организмов. Мы с вами дыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. И, в общем-то, все остальные животные делают то же самое. Антропогенные источники поступления углекислого газа в атмосферу — это сжигание ископаемого топлива. Уголь, нефть, газ и бензин в наших автомобилях сделан из нефти. То есть сжигание бензина —
это выхлопы углекислого газа в атмосферу. Кто сегодня приехал на автомобиле? Немного. Какие все молодцы. Кто приехал на автомобиле, сегодня выхлапывал углекислый газ в атмосферу. И по данным, которые нам дают палеоклиматологи и ученые, особое увеличение углекислого газа в атмосфере началось как раз со времен промышленной революции второй половины XIX века. Да? И это концентрация углекислого газа в атмосфере тысячи лет назад. Сейчас мы видим, что концентрация углекислого газа в атмосфере выше, чем... Я не скажу, конечно, когда-либо до этого, но выше, чем 400 тысяч лет назад. Более того, концентрация сейчас углекислого газа в атмосфере выше, чем за последние 650 тысяч лет. Мне кажется, что логичный вопрос на этом моменте, который вы меня можете спросить, выше и что? Как вообще это связано с изменением климата? Ну, выше и выше. Но связано это с изменением климата напрямую. Углекислый газ — это парниковый газ. Есть и другие парниковые газы, однако концентрация углекислого газа в атмосфере сейчас гораздо больше, и за последние 150-200 лет увеличилась примерно на 148-150%. Итак, на этом страшном, ужасающем графике мы видим концентрацию углекислого газа, это зелененький. Ноль — это мы, это тысячи лет назад. А здесь мы видим изменение температуры. Ниже нуля — вот эти периоды — это ледниковые периоды. Выше нуля — это периоды потепления. Соответственно, мы можем логично ожидать, что из-за того, что у нас много углекислого газа в атмосфере, на планете будет становиться все теплее и теплее. И это показывают модели многих ученых. Плюс ко всему, я думаю, что мы все с вами пользуемся бумагой, сидим на деревянных помостах. И одни из самых больших потребителей углекислого газа, которые помогают ему уходить из атмосферы, это зеленые растения. И сейчас уже на данный момент вырублено огромное количество лесов, и вырубка лесов продолжается. То есть мы сами пилим веточку, на которой сидим, в прямом смысле этого слова. Какие ждут нас последствия от изменения климата? Да? Есть разные предсказания, различные модели того, что будет происходить в будущем. Они сходятся в одном, то, что климат будет изменяться, будет становиться теплее в целом на планете. Все зависит от того, что мы будем делать сейчас, поэтому модели очень различные. Но есть несколько, скажем так, последствий, в которые сходятся все ученые. Первое — это увеличение катастрофических погодных условий и явлений, таких как тайфуны, смерчи, ураганы. И, скажем так, социально-экономические последствия таких событий, я думаю, что может каждый себе представить, вспомнив, например, ураган Катрина, который настиг США в 2005 году, разрушил огромное количество городов, лишил людей крова и так далее. Следующее последствие — это засухи, потому что в каких-то регионах станет влажнее и будет больше дождей, в других регионах станет гораздо суше. И засухи в первую очередь коснутся уже и так достаточно бедных и экономически неустойчивых и самых перенаселенных регионов — это Африка, это Центральная Азия. И последствия этого тоже можно, мне кажется, себе представить. Это миграция людей, это голод, это войны за территорию, за воду. Следующее последствие — это увеличение уровня Мирового океана. Я очень надеюсь, что вы все уже побывали в Венеции и в Нидерландах, потому что они, скажем так, первые на то, чтобы уйти под воду. Не упустите свой шанс. Естественно, это происходит из-за того, что тают ледники на полюсах. Сейчас вы посмотрите видео о том, как за последние 20 лет изменился ледник в Арктике. И видно, что в 2011-2012 году в летний период
Северный полюс был полностью вообще открыт ото льда, и туда можно было пройти на судах. Раньше такого никогда не было. Опять же, очень важный момент, то, что вот беленький старый лед, которому больше 9 лет, его становится все меньше и меньше, и остается только лед, который образовался либо только на зиму, либо несколько лет. И в 2000-х годах были одни из самых, скажем так, даже не знаю, как правильно сказать по-русски, маленьких налет лет, то есть льда было меньше всего. И такого не наблюдалось еще вообще никогда за историю изучения Арктики. Конечно, вот при получении таких данных используются снимки из космоса. До того, как у нас появились спутники, такие данные было получить невозможно. И четвертый момент, который часто очень забывается, потому что мы часто думаем именно о социальных, экономических последствиях, это исчезновение многих видов животных и растений и исчезновение уникальных природных ландшафтов, которые мы с вами либо уже наслаждаемся, либо могли бы насладиться. И один из таких вообще ландшафтов — это коралловые рифы, потому что при увеличении углекислого газа, концентрации углекислого газа в атмосфере, изменяется кислотность океана, да, понижается его pH, а океан становится более кислым. И, к сожалению, кораллы в такой воде не могут строить свой скелет, не могут жить. И коралловые рифы исчезают не только из-за того, что да, мы там ловим рыбу или что-то строим и загрязняем океан напрямую, из-за того, что мы загрязняем атмосферу, они исчезают тоже. Когда я рассказываю об этом своим студентам, у них обычно остается именно такое впечатление. Я надеюсь, что у вас такое же осталось впечатление, потому что так и есть. Все очень плохо. И все очень плохо, и будет еще хуже, если мы не начнем ничего делать. Я не пропагандирую никого сейчас отказаться от жизни в городе, уйти жить в лес, в палатке, хотя это очень экологично. Но каждый человек может внести свой вклад в сохранение нашей планеты. И есть такая организация, которая называется «Экологический след». Это международная экологическая некоммерческая организация. И они разработали методику, которая позволяет каждому человеку рассчитать свой экологический след. Что такое экологический след? Это то, как вы воздействуете на планету. С помощью этой методики вы проходите, скажем так, несложный тест, отвечаете на вопросы о том, каким транспортом вы пользуетесь, что вы едите, как вы относитесь к отходам, к воде, как вы это используете, реиспользуете или нет. И вам дается ответ, сколько понадобилось бы человечеству планет Земля, если бы все 7 миллиардов жили так же, как вы. Здесь вот есть ссылка с достаточно простым калькулятором экологического следа. Я надеюсь, что вам всем стало интересно, вы захотите посчитать. И после того, как вы посчитаете, возможно, у вас у самих уже появится идея о том, как можно изменить и повлиять на ваш экологический след. И так что я всех призываю быть экологически сознательными и думать не сколько о следующих поколениях, а думать о себе, потому что изменения, которые происходят с климатом, они происходят уже сейчас на нашей памяти. Вот по графикам, да, видео, которое я вам показывала, это все было в течение нашей с вами жизни, изменения, которые происходили. И в завершение я хочу спросить, кто изменил свое мнение сегодня об изменении климата? Есть такие? Ура! Один человек! Спасибо большое! Вопросы? Классный рюкзак! Доброе утро! Меня зовут Виктория. И вопрос у меня... Я думаю, что вам его уже задавали наверняка, но есть такой комик Джордж Карлин.
И у него вот как раз было про природу и про изменение климата, про то, что Земля у нас существует, да, 7 миллиардов лет, человек на ней живет, ну, несколько тысяч лет, ну, может быть, примерно. И, наверное, Земля придумала, как ей справиться с изменениями климата. И все эти цунами, смерчи и так далее, это действительно саморегуляция. И так или иначе, она сама разберется, что ей делать. Как он сказал, ему надо было придумать... Просто Земле нужен был для чего-то пластик, и она придумала человека, чтобы он придумал ей пластик. Вот, поэтому вам не кажется, что это такая большая умная система? Во-первых, конечно, мне кажется, что большая умная система. И, естественно, это саморегуляция, да, планета хочет нас убить, нас слишком много, да, ну, как бы очевидно. Не то, что планета хочет нас убить, а просто, чтобы всем хватило ресурсов, это очевидно, нас должно быть меньше, чем 7 миллиардов людей. Но вопрос в том, что мы все хотим жить в комфорте, мы все хотим жить удобно, мы хотим быть сытыми, и мы хотим быть здоровыми, да. Если мы этого хотим, мы должны что-то с этим делать. Вот в чем вопрос. И да, я еще хотела добавить то, что да, до того, как человек, как началась промышленная революция, система была в равновесии, да, и мы вывели систему из равновесия, и еще поэтому многие сейчас события происходят с гораздо большей скоростью, чем они происходят в естественном, скажем так, режиме. Ну, то есть изменение климата надо в первую очередь человеку, а не природе. Природа сама справится. Нам нужно, чтобы не изменение было климата. Ну, да. Надо изменить, да, отношение к климату. Да. Меня зовут Юлия. У меня вопрос по, наверное, болезненной такой экотеме. В Санкт-Петербурге же планируется строительство мусоросжигательного завода. Вот меня интересует ваше мнение, чего все-таки будет больше вреда? От газов, от сожженного мусора? Или если он будет самостоятельно вот храниться, копиться, убивать животных, реки, воду, землю и так далее? Скажем так, я могу вам только свое личное мнение сказать. Можно, конечно, на меня, если что, ссылаться как на некого эксперта, но я не истина в последней инстанции, да. Я считаю, что, ну, во-первых, стоит учесть то, что из свалок тоже выделяются парниковые газы, да, метан. И в настоящий момент у нас в городе серьезная проблема, свалки переполнены, и как некая помощь и поддержка при переходе к переработке мусора, я считаю, что сжигание мусора имеет место быть, но не как, скажем так, полная замена или последнее слово, да, потому что, я не знаю, как вы, но я вот часто в летний, в зимний период, проезжая по кольцу, вот чувствую запах неприятный. И на самом деле это так, у нас переполнены свалки, с этим нужно что-то делать, и желательно делать срочно. Я, конечно, за раздельный сбор мусора, да, за то, чтобы у нас началась переработка, но, возможно, сжигание не самый плохой выход, как переход к переработке. Сейчас. У меня такой вопрос, два в одном. Что может сделать один конкретный человек в формате офисного пространства? Ну, без утопии, да, что-то такое, о чем мы, может быть, не знаем, там, ну, помимо нераспечатывания писем и, там, не знаю, там, выключения компьютера. И что может сделать какая-то компания, опять же, да, на которой трудятся сотрудники, занимающиеся офисным трудом, ну и, опять же, там, в рамках реальности, то есть понятно, что все у нас сейчас не кинутся устанавливать солнечные батареи, а вот прямо сейчас что может сделать какое-то, да, там, офисное пространство? Ну, в первую очередь можно начать собирать макулатуру и сдавать ее. То есть не просто распечатывать меньше. Я уверена, что у вас в офисе много очень всяких бумажек постоянно образуется, приносят, видите, там рекламу. И вообще раздельный сбор мусора, я думаю, что это первое, с чего может начать человек. Но вот такая, еще есть, например, популярная в Европе вещь, я с этим сталкивалась лично, когда люди, например, которые работают вместе, договариваются, и вместо того, чтобы 4 человека ездили каждый на своей машине, они едут одну неделю вчетвером, один человек их везет, вторую неделю вчетвером, другой человек их везет. Особенно, когда они же, скажем так, ехать нужно достаточно далеко. Это, скажем так, вместо одной машины, да, выхлопы делает одна машина. Это очень
хороший способ, интересный. А именно компания? Ну вот вы работаете в одной компании, вы, например, если живете недалеко, можете договориться. Нет, а именно целое предприятие. Начальник пришел и сказал, вот мы там с сегодняшнего дня все делаем так. Можно, ну там, сдаем макулатуру. Есть прекрасные акции у вот ВВФ, да, Фонда защиты дикой природы. Можно стать их спонсором, да, там, участником, и они вам еще выдадут какой-нибудь ништяк. Вы сможете писать, что вы защищаете природу. Про изменения климата, мне вопрос. Хорошо, климат меняется, все очень плохо, мы все поняли. Но если даже сейчас все люди вдруг поймут, что все очень плохо, ну хорошо, все не поймут, 50% людей начнет жить очень экологично, все по правилам, все как надо. Но насколько ситуация сейчас в необратимой точке, или вот если сейчас половина населения начнет делать все правильно, мы там на сколько лет можем отсрочить погружение Петербурга под воду и все такое? Я прошу прощения, точную дату я вам, конечно, не скажу. Но есть сценарий, да, вот при том, насколько будут увеличиваться, не будут увеличиваться выбросы углекислого газа, и если мы сейчас начнем, скажем так, себя контролировать, то последствия будут не особо драматичные, да. Потепление все равно произойдет, но не такое сильное, и Санкт-Петербург, возможно, под воду не уйдет еще ближайшие 100-200, там, 300 лет. А так, по прогнозам, через сколько примерно? Вот по вот этой вот картинке Санкт-Петербург у нас примерно через... Так, вот здесь вот у нас 100 лет, ну, где-то лет 30. Да-да-да, вот Санкт-Петербург, это метры, а вот это 100 лет. А ну... что там? Нет, ну, я, знаете, вот сейчас в Нидерландах очень разрабатываются, да, вообще инженерные способы, чтобы Нидерланды не ушли под воду, потому что они уже, в общем-то, большая часть Нидерландов ниже уровня моря находятся. Да-да-да, вот здесь вот, вот это, я так понимаю, что 100 лет. Да, вообще-то слева. Нет-нет, здесь метры. Вот это возраст, 200 лет. Отлично. Ну, где-то 150 лет. Да, следующий вопрос. Доброе утро. Какой ужасный вопрос. Меня зовут Рита, и у меня два вопроса. Первый вопрос. Считаете, вот мы говорили о раздельном сборке мусора. Мне кажется, что это немного бессмысленно в нашем городе. Я знаю о том, что такие акции проходят, да, собирается мусор раздельно, ты приносишь бутылочки, пластик и так далее. Но в результате все это собирается опять в одну кучу и вывозится на одну свалку. Ну, потому что это большой факт, так сказать, реальность. Это жестокая реальность нашей страны, к сожалению. То есть перерабатывается в результате очень небольшое количество мусора, которое не сильно влияет на, не сильно помогает экологии. То есть у нас нет такого, как в Скандинавии, что все лимонады разлиты в старые бутылки и так далее. И хотелось бы узнать, как мы можем повлиять на это. Может быть, у нас есть какие-то, так сказать, авторитетные заводы по переработки мусора, на который можно самому это все отвозить? Или, может быть, как-то можно повлиять на то, чтобы правительство задумалось о том, что надо создать большее количество таких заводов? Потому как, например, яркий пример – это мусорный бак, разделенный на две части, написано «стекло» и «обыкновенные отходы». В результате открываешь крышку, там просто один мусорный бак. Вот. И второй вопрос, ну я не знаю, как вам удобно сначала на первый. Нет, давайте сразу два. Второй вопрос, это он связан с сыроедением, веганством, вегетарианством. Как мы знаем, что скотоводство, оно тоже влияет на выброс углекислого газа, особенно масса производства мясных продуктов. Может ли помочь нашему климату то, что мы все станем вдруг резко вегетарианцами? Вот, и все.
На первый вопрос я хочу сказать, что на самом деле акция «Раздельный сбор», да, они правда перерабатывают мусор. И тем, чтобы этого стало больше, чтобы это стало на государственном уровне, мы можем помочь только тем, что мы все будем туда приходить, что мы перестанем выкидывать мусор в обычные контейнеры или там будем выкидывать только биомусор и будем перерабатывать свои отходы. Чем больше будет людей, которые будут это делать, тем больше мы будем к себе привлекать внимание, тем больше на это будет обращать внимание государство. То есть вообще я всегда говорю и себе, и всем, что если хочешь изменить мир, начни с себя. Да? Как мы можем повлиять на других? Сделать самому. И отвечая на второй вопрос, если мы все вдруг резко станем вегетарианцами, вот прям резко, это, конечно, не поможет, потому что все наши животноводческие фермы, они останутся. Да, животноводство очень сильно влияет на окружающую среду, но я не вегетарианец, и я не призываю никого стать вегетарианцем, потому что я не могу жить без стейка. Но сократить потребление мясных продуктов до нескольких раз в неделю, да, не делать это каждый день, это, мне кажется, посильный вклад в сохранение окружающей среды. Опять же, можно выбирать мясные продукты, покупать с ферм, которые используют там методы органического животноводства. Я надеюсь, там вот сзади. Доброе утро, меня зовут Марина. Хотела бы чуть-чуть ответить на вопрос девушки, что мусор действительно перерабатывается. Достаточно зайти в магазин, и вот вопрос, кто даже такой простой и банальный. Сейчас в основном все используют многослойную мягкую туалетную бумагу, да? Она дороже, приятнее, там, не знаю, какие потребности у людей, да, в использовании. Дешевая обычная туалетная бумага делается из переработанной бумаги, и как бы даже так мы можем хоть чуть-чуть помочь, да, нашей планете. Вот. А мой вопрос, вот есть такая теория, что Земля, история и вообще весь мир развивается циклично и по спирали, да? И то есть, согласно этой теории, мы когда-то должны все-таки прийти опять к ледниковому периоду. Если это может произойти, то вот интересно, каким образом? Я про туалетную бумагу можно добавлю? Я просто со всей своей семьей очень долго боролась с тем, чтобы мы покупали только бумагу из вторсырья. И вообще, я вам скажу, не обязательно покупать эту ужасную бумагу 54 метра, я не люблю. Все продукты, бумажные полотенца и туалетная бумага компании «Зева», ну, я не хочу сейчас рекламировать никого, да, но они делаются из вторичного сырья, это написано на упаковке. Вот, в общем-то, можно покупать их и, соответственно, помогать природе. А про ледниковый период, да, мы когда-нибудь придем, однозначно. Но когда, я не могу вам сказать, это... я не знаю. Это... скажем так, это переход в масштабах геологического времени. Да? Это десятки тысяч... лет, тысячи лет. Ну, может, люди будут, людей не будут, появятся гуманоиды, мы улетим на другую планету. Там наверху молодые люди. Ну-ка, передавайте там туда микрофончик-то. А он не дотянется, давайте так. Оля, спасибо большое за интересную... Пожалуйста. Тему. У меня вопрос такой более прикладной. Все мы живем в Петербурге, многие здесь планируют продолжать жить. А существует ли какая-то экологическая карта районов Петербурга и какие районы наиболее приятны? Да, существует. И вообще, более того, у нас есть комитет по экологии и природопользованию в правительстве Санкт-Петербурга. И более того, каждый год он выпускает отчет об экологическом состоянии Санкт-Петербурга. Можно этот отчет погуглить, он есть в открытом доступе в PDF и в интернете, и можно почитать, какой район благополучнее, какой нет. Ну, я думаю, что мы все понимаем, что у нас тут вот в центре города постоянно пробки и не очень в кайф жить. Зато на Крестовском острове приятно. Я надеюсь, да? Ответила на вопрос. Здравствуйте, скажите, а что произойдет с нашим городом, но в Санкт-Петербурге перед тем, как он идет на отбор? Климат станет суше, наконец-то, или он... Нет, не станет суше.
еще станет еще влажнее. И будет, вот я думаю, что если вы живете в Петербурге с детства, может быть, давно вы заметили, что раньше у нас на 1 января дождей не было, как, например, в этом году и в позапрошлом году, и примерно вот в эти времена. Да. А скажите, а возможно такая аномалия, что перед тем, как какой-нибудь город обязательно наш идет под воду, климат станет суше? Я не знаю, вы меня так спрашиваете, ну, возможно, наверное, да. Ну, как суша стоит, ну, будет жаркое лето. Потепление, ну, не потепление, а... Вряд ли Санкт-Петербург превратится в тропический курорт, это очень вряд ли. Как станет суша, если воды больше? Я не могу вам сказать, я так вам не слышала. Пожалуйста, вот сейчас вот тут, нет? Все, девушка, я вас вижу. Это сейчас будет предпоследний вопрос? Потом ну, вопрос. Я потом последний. Спасибо. Меня зовут Александр. Я сначала думал учить еще такое страшное рассказать, у нас картинки были, да? На самом деле, то, что мы используем там пластик, быть все остальное, не самое страшное, да, у нас... Про это никто не говорит, у нас есть все ядерные сохранения в Мировом океане и все остальное, с которыми никто не знает, что делать. Вот, потому что оно просто в почках все лежит, ну, рано или поздно лопнет. Да? Ну, это как бы ладно. А у меня на самом деле такой простой вопрос. Безусловно, я согласен, что человек оказывает влияние на мировой климат, да, на природу. Ну, вопрос такой, совсем еще недавно в рамках Земли, даже в рамках человечества, на территории современной Италии люди ходили, ну, грубо говоря, обернутые в полотенце, и себя чувствовали вообще комфортно, спокойно жили, размножались и так далее. Да? Вот я сейчас себе очень сложно представляю итальянца, который бы смог ходить в полотенце и не замерзнуть. Ну, потому что там бывает холодно, тепло, да. Во времена Римской империи, в принципе, дальше полотенца никто не ходил. Так вот, я все-таки... Такой вопрос. Все-таки у нас потепление или похолодание? Глобальное потепление – это такой признанный, скажем так, термин. Но я своих студентов и вас тоже призываю говорить, что происходит глобальное изменение. Это, да, даже вот на картинке я вам показывала, что есть регионы, в которых становится холоднее. Это нормально. Планета большая. Где-то стало холоднее, где-то теплее. Все это взаимосвязанные процессы. И вообще один из таких законов экологии, да, как науки, звучит, я думаю, что все об этом знают, в других науках есть те же самые законы, то, что ничто никуда не девается, да. Вот про атомные отходы тоже, если мы куда-то что-то положили, оно рано или поздно где-то появится. Да. У меня есть такой вопрос, комментарий по поводу употребления мяса, не употребления мяса. Про Австралию построили очень интересную модель, которая говорит, что конкретно для Австралии с высоким уровнем употребления мяса кенгуру употреблять мясо и практически полностью перейти свою диету на мясо – это более экологично для конкретно Австралии, по той причине, что кенгура ест то, что человек в жизни есть не будет, и, соответственно, она ест продукцию тех земель, на которых человек ничего не может посадить. А все, где может человек что-то посадить и потом что-то вкусное есть, потому что человек очень избирательный в своей основной пищи. Соответственно, это самые лучшие земли, которые нужно как раз забирать у леса, у прекрасных маленьких симпатичных вау, у тех, кто стоит на пауков, у всей замечательной вот этой природы Австралии. И поэтому конкретно там мясо получается более экологичным продуктом, чем у пауков. Соответственно, любая растительная пища, потому что любая растительная пища там убивает, больше животных, чем съесть не умеет. Ну, интересно, для других регионов такое моделирование делалось, где, ну, где скот, скажем, не с мягкими лапками, а действительно там, разрыхляющий почву, ну, как будущий коррозию, или не делалось? Я, честно говоря, не слышала. Вот то, что вы сказали про Австралию, очень звучит разумно. Да? Ну, мне кажется, что вообще логично... Самое экологичное, да, я думаю, что вы знаете, что это покупать, например, все там овощи, фрукты, произведенные именно в этой местности, потому что их не транспортировали. И то же самое можно подумать о том, что традиционно для нас в нашем регионе, какое животноводство тоже традиционно для нас.
в нашем регионе. Но я не слышала, чтобы было какое-то моделирование, например, для России или других регионов. Но это интересный очень вопрос. Спасибо. Можно еще один? Существует точка зрения, которой, в частности, придерживается Александр Васильевич Городницкий, что глобальные изменения климата, несомненно, есть, а вот влияние человека на климат нет. И что вот эти изменения свидетельствуют скорее о том, что нас ждет малоледниковый период. В чем, с вашей точки зрения, основные доказательства того, что именно человек влияет на изменение климата? И были ли в истории Земли периоды, когда уровень СО2 увеличивался вот до того периода, про который вы говорили, 650 тысяч лет, по-моему? Были периоды, когда увеличивался, и более того, когда в прошлый раз в истории Земли был такой же уровень содержания СО2, было очень жарко и не было ледниковых шапок на полюсах, но это было увеличение не с такой скоростью, которая происходит сейчас за 150 лет. И я считаю, что это одно из основных доказательств именно воздействия человека на изменение климата. То, что мы усиливаем естественный процесс, и он начинает происходить с большей скоростью.